На втором месте Rolls-Royce Silverhost 1906 года, стоимостью $75 миллионов. Rolls-Royce Silverhost создавался как самый лучший автомобиль в мире. Именно благодаря этой модели Rolls-Royce вошел в элиту мирового автопрома. Свое название Silverhost – серебряный призрак – авто получило за серебристый цвет кузова и практически бесшумную работу двигателя. Именно этот автомобиль за $75 миллионов показал супер выносливость и надежность для своего времени. Этот автомобиль проехал 24 тысячи километров без единой поломки, что редкость для таких автомобилей.